У меня много людей, моих коллег остались там, им там хорошо. Мне было там фотограф, немножко некомфортно. Да. А вы учились где? Я такой неуч немножко. У меня совсем нет никакого образования. Среднее-то, наверное, есть образование? Ну, имею в виду специального, как бы профессионального. Я закончил художественную школу, детскую какую-то такую, казалось бы. Там был очень сильный педагог. И, собственно, это такая база, которая... Художественная очень... в том смысле, что вы живописью занимались? Конечно, художественная школа, да, рисунок, живопись, и мы там что-то лепили и выжигали. Это как бы вот единственное художественное образование. Потом была средняя эта школа, а потом уже было некое такое советское учреждение, которое учило фотографа службы быта. Это такая... необходимость Советского Союза. То есть я правильно понимаю, что высшее учебное заведение вы не после школы не поступили? Но это же было в советское время, а как, срочные службы? Вы служили? Я служил, да. Я служил немножко там, так как-то все криво, я чуть позднее пошел. Но, тем не менее, 2 года, да, Грузия, войны, там, что такое, все. Это все было но в нашей жизни. Там вы не практиковались? Я очень активно фотографировал. И огромное количество моих фотографий, я иногда видел своих сослуживцев, они... снова жали мне лапу, спасибо Широков за фотографии, которые ты нам сделал тогда. Я прям там, да. Вот интересно, я вас бы дембельский альбом посмотреть. Да, мне самому интересно спустя годы, что там, где все потерялось немножко. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».